Нічога падобнага ў Беларусі яшчэ не праводзілі. На працягу тыдня ў выставачнай зале Гомельскага дзяржаўнага універсітэта імя Францыска Скарыны будуць збірацца творчыя людзі, аб'яднаныя нейкім захапленнем: малюнак, дэкаратыўна-прыкладное мастацтва, рамесніцтва, музыка і тэатр. Прафесіяналы правядуць майстар-класы для пачынаючых. Задача праекта «Крэатыўная хваля» – дапамагчы кожнаму ўдзельніку раскрыць свой патэнцыял. Ідэю яго правядзення выказалі на факультэце псіхалогіі і педагогікі, прычым самі так захапіліся ёю, што рэалізавалі всего за полтора месяца. Собрать всю молодежь, которая хочет чего-то сделать, нашу инициативную белорусскую, и показать ее друг другу, чтобы они наладили контакты. И где это делать, если не в нашем университете? Поскольку в нашем университете уделяется много внимания как образованию, так и развитию личности студентов. Еще одна мета креативной хвали – объединять специалистов разных сфер деятельности для реализации совместных проектов, у тем лику коммерцийной накированности. Размова у первую шаргу об развитии в Беларуси так званой креативной экономики. У ее самый головный, самый каштовный и дорогий продукт, новые идеи и технологии. По великим рахунку размова идет об развитии усих интеллектуальных галин и их взаимодополнении. Гомельская креативная хваля – спроба допомогчи представникам разных накерунков разом пропоновать новый инвестиционный продукт. Сегодняшнее событие – именно открытие этой креативной волны. Здесь сочетание творчества, сочетание инноваций, стремление людей обучаться на протяжении всей жизни. И это действительно является будущим для нашей страны. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».